Всем привет! С вами школа вязания I Love Create School. Меня зовут Билык Оля. И в этом видео я покажу вам, как связать авоську шопер, которая называется «Авоська в креативе». Видео подготовлено специально для челленджа, который проводится на моем профиле в Instagram совместно с Babylon трикотажной пряжей. Для вязания авоськи нам понадобится 3 моточка Babylon Micro, крючок 5,5, 5 или 6 мм, спицы круговые номер 10. Приступим к первому этапу. Делаем кольцо амигуруми. Первая петелька не считается. Набираем 6 столбиков без накида. Берем за хвостик и стягиваем колечко. Во втором ряду без петель подъема вяжем 12 столбиков без накида, по 2 столбика с одним основанием. Это обычное правило прибавки при вязании круга. Второй ряд провязан. Делаем первую петлю третьего ряда и одеваем маркер. В этом ряду вяжем один столбик одинарный и 2 столбика с одним основанием. Так чередуем до конца ряда. Всего в каждом ряду у нас по 6 повторений, потому что круг разделен на 6 секций. В третьем ряду мы вяжем 2 столбика с одним основанием, не забываем одевать маркер над первым столбиком каждого нового ряда, 2 одинарных столбика. Мы в каждом ряду смещаем прибавки с места на место. Это делается для того, чтобы у нас выходил ровный круг, а не шестиугольник. 2 столбика с одним основанием, 2 обычных столбика. Так, делаем 6 повторений. В пятом ряду мы вяжем 3 столбика одинарных
и два столбика с одним основанием. По такому принципу мы с вами должны связать 17 круговых рядов с прибавками и 3 ряда без прибавок. Описание вязания указано в посте.